Привет, ребята. Это исследователь. Вот я снова тут. Снимал я про вот эти магазины сраные, которые капитальные стенки они разламывают, хотя есть у них разрешение. Не буду повторять. Ромают стены. Дом старый, он и так рушится. Потом эти надписи вешают, люди мешают. Ну просто сатанизм. Сатанинское государство. И сатанизм оно делает. Но здесь я хотел показать. Видите, машинка привезла что-то, еду какую-то, магазин. А здесь же тротуар. Видите, тротуар, где люди ходят. Здесь нельзя ходить. А им же нужно подвозить. Вот новый такой момент. Они так и будут мешать вам ходить, зарабатывать на вас, ломать ваш дом, а потом еще постоянно нарушать вот правила. Ну, вы идете по тротуару, они вам мешают, понимаете? Вот что делает сатанинское государство и чиновники. Они в покое вас не оставят. И про машинки это новая вещь. Ну, естественно, им надо подвозить, с той стороны не подъехать. Они тут людям мешают. Ну, охереть, охереть просто, какая фигня, блин. Государство, иди в жопу, сука. Ну, пока, ребята.